Отмечают день рождения Астаны и поклонники большого тенниса. В столице стартовал международный любительский турнир «Астана Оупен». Отмечу, что эти соревнования уже давно стали традиционными. Федерация тенниса Казахстана проводит их с 2012 года. На этот раз на кортах Национального теннисного центра собрались более сотни участников из разных городов страны и гости из-за рубежа. Соревноваться они будут до 8 июля. Призовой фонд турнира составил более 3 миллионов тенге. Причем в этом году участники решили поощрить перспективных молодых ребят. Любители проявили инициативу, понимая, что очень важно развивать молодых талантов и поддерживать их. 20% от призового фонда пойдет на развитие молодых спортсменов. В частности, Жанель Аспанова получила и Тимур Щербаков. Это два таких подающих надежды теннисистов. Очень хорошее начинание. Федерация тенниса это приветствует. Пожелание участникам всем добиться поставленных целей. Получить удовольствие от тенниса, получить удовольствие от общения, насладиться приезжим нашим друзьям, россиянам, узбекам, туркменам, кто приехал, нашей дружелюбной казахской атмосферой и совместно отпраздновать 20-летие нашей столицы.